не понимаю, у вас каждая весна как будто новая. Вот что, вы не знаете места концентрации, что ли? Вот сейчас на видео показывали индустриальное шоссе. Что, не знали, что ли, что там будет такая ситуация? 2 апреля поступила заявка о скоплении талых вод на улице Индустриальное шоссе из-за перелива талых вод из смотрового колодца. Аварийной бригадой была выполнена гидродинамическая промывка коллектора и устранение подпора воды. После чего было установлено, что в колодце имеется строительный мусор, бой бетона. Глава, вы же все знаете эти места, где у вас есть проблемы. В чем проблема? Я не понимаю. Коллектив есть. Вы информацией не обмениваетесь или что? Снега выпало много. Понятно, что сейчас будет затопление. Работайте на опережение.